Самую большую в России елку из автомобилей зажгли в Хабаровске. Она оказалась самой масштабной за всю историю проведения акции, сообщили организаторы, представители мобильного сервиса «Индрайвер». 97 машин выстроились в форме гигантской новогодней ели, которая зажглась гирляндой фар и габаритов. Весь масштаб необычной елки удалось заснять с высоты птичьего полета. Хабаровские автомобилисты присоединились к всероссийскому флешмобу по созданию автогеоглифов. Первая елка-геоглиф в этом году была выстроена в Челябинске и состояла из 89-6 машин. Новогоднюю эстафету подхватили другие города. Праздничные деревья, снежинки и снеговики, сооруженные из десятков автомобилей, появились в Магните, Кирове, Астрахани, Ижевске и Севастополе.